Сори, первая моя видеозапись не удалась, потому что я нахожусь сейчас 7 ноября, день русской революции, в кафе No Borders, No Nations. Что означает без границ и без наций. Не было бы ни русской революции, ни Второй мировой войны и великих войн и землетрясений. Переоценкой всех высших ценностей Фридрихом Ницше, мы бы уже тогда одержали победу над христианством, были бы войны против христианства. На самом деле, я хотел бы для начала и я должен сказать, что, к сожалению, здесь, но я должен сказать, что не получилось как-то пообщаться. Но я должен сказать, что Герхенд этого типичного я как-то даже пытался как-то настаивать, чтобы как-то высказать свою точку зрения, но их реакция была они не хотели меня слушать, и я не мог вести себя невежливо с ними. К сожалению, но тем не менее вот такая. Вот такой удивительная встреча с типичным немцем. Честно говоря, не знаю, просто его бы надо бы на самом деле как-то переубеждать, перевоспитывать. И я бы даже сказал, что навязывать собственную точку зрения. Или хотя бы пытаться как-то
убедить то, что как минимум ему необходимо также типично немецкая girlfriend. Но тем не менее да, я, кстати, должен сказать, что это, конечно, его собственный выбор, и конечно, окей, если они с такой настойчивостью не хотели меня выслушать. То бишь, это, конечно, их выбор. Но я должен сказать, что здесь была очень как бы это сказать, то есть я то есть несмотря на моих германских супермодел girlfriends, то бишь я попробовал здесь познакомиться с одной достаточно привлекательной, если достаточно привлекательной африканской суперфрау, то бишь африканкой. Но она, то бишь, я предложил ей, ну, как минимум, дружбу и как бы хотя бы обменяться номерами телефонов, но она не высказала своей заинтересованности в этом. Но тем не менее это очень интересно, и она на самом деле очень привлекательная африканская суперфрау. Entschuldigen. ein Toast. Тост за прекрасных африканских суперфрау. Entschuldigen. Окей. Наверное, я должен несколько объяснить то, что Фридрих Ницше
Фридрих Ницше в «Антихристе» писал, говорил и писал, что ислам, он особенно в виде Мавританской Испании более говорит нашим вкусам, нам, как хорошим европейцам, гута уропер, говорит нашим вкусам, как хорошим европейцам, даже больше, чем Рим и Греция. Собственно, я на самом деле очень положительно и отношусь и к исламу. И, собственно, к африканцам в том числе. То есть, но это с моей точки зрения как аутентичного ницшанца, то бишь, как я это называю, аутентишер Ницке. Итак, сори, что я несколько отвлекся на такие достаточно повседневные события, на мой олтак. И, собственно, теперь к Шульгин что-то там грохнулось. Чус. Чао. Собственно, прошел один из пушистых дольчиков со своим знакомым, с которым я немножко, с которым я имел гешпрех, я немного обсудил, собственно, мой интерес. Интерес к немецкой политике и, собственно, Шульгин, и, собственно, интерес как интерес как национально мыслящим
европейцам, которых я на самом деле считаю своими, так скажем, я называю их своими родственниками, а также и к немецким антифашистам. Точку зрения которых я как бы это сказать, я полностью принимаю, даже понимаю, но я ценю их как немцев. Собственно, мне, Шульгин, что я отвлекаюсь, опять же, на всякие бытовые повседневные темы. Но, собственно, я с моими якобы высказал свои пожелания моим родственникам из NPD и собираюсь с ним здесь в Трептов-Купенник с лидером районного отделение NPD встретиться и обсудить, собственно, немецкую и европейскую политику и, собственно, мировую политику с немецкой точки зрения и собственно, как я, собственно, понимаю немецкую политику, какой она должна быть. Но опять же я советую как бы собственно вести вести германскую европейскую политику на основе европейского язычества, и опять же я хотел бы и настоятельно хотел бы советовать европейским национально мыслящим европейцам, считать ислам и мусульман своими друзьями. И возможно, как-то, собственно, способствовать даже их интеграции в Германии и на территории Германии, на территории Европы. То есть, я изложу эту свою точку зрения и мои скромные советы национально-мыслящим европейцам несколько позже. Но мне также была бы очень интересна точка зрения, в частности, немецких антифашистов. То есть я считаю, что они очень интересны и на самом деле
И мне хотелось бы с радостью услышать их точку зрения на происходящее в Германии и Европе, и, собственно, их точку зрения на немецкую политику. И, собственно, что они каково их мнение, что они думают о, собственно, о своих, о тех, кого они считают своими оппонентами, то есть национально мыслящих европейцев или национально мыслящих немцев. Сори, что я отвлекся. Шульгин, но алкоголь, а точнее водка. Обычно он действует на меня очень, наверное, как и на предохранилище, угнетающее. Кос Михал, сори. Итак, собственно, но, собственно, не буду с ними знакомиться, потому что, собственно, не время. Я занят изложением, собственно, того, что я хотел бы сказать о русских нигилистах, русских нигилистах и России.